Я вас приветствую, дорогие друзья. Мне очень приятно, что, идя на цирковом фестивале, представляю жанр, который называется степ-танец, степ-дэнс. И спасибо. Ух ты, господи. И спасибо большое эстрадно-цирковому училищу, спасибо большое директору училища, что я смог сюда приехать и встретиться с вами, встретиться с участниками фестиваля, еще, наверное, с кем-нибудь. Ну, естественно, я студентов нашего училища знаю в лицо и педагогов. А с остальными, я надеюсь, мы познакомимся с девчонками из прекрасной страны и любимой Украины. Я был прав? Да? Да. Вы разве не из Украины? Да. А? Ох, простите. Из Донецкой республики, да, это здорово. Ну, я человек не молодой, поэтому я могу ошибиться немножко, простите, пожалуйста. Значит, если можно, скажите, вы откуда? From? LNR. Луганск. ЛНР. ДНР. Москва. Да, да. В общем, мы здесь все свои. Это самое главное. Скажите мне, пожалуйста, а чего я соображаю, что я могу какое-то время продолжительное, перед вами танцевать, вам что-то рассказывать. Мы можем с вами немножечко встряхнуть себя и потанцевать чечетку тэп-дэнс, да? Хорошо. Значит, для разогрева. Скажите, пожалуйста, я немножко фантазирую, придумываю из того, что я пробовал. Этот жанр, он хорош тем, что его можно не только видеть, это танцевальный жанр, но он предполагает наличие звукового сопровождения. Он иногда называют перкуссия, когда отстукивают ритм. Это присуще разным народам в разных странах, когда танцуют и пританцовывая отбивают ногами. Для начала, предположим, такая задача, какое количество ударов я сейчас исполню. Считаем? Много. Много, отлично. Хорошая цифра. А еще раз тогда. Семь, шесть. Количество ударов? Три. Тридцать. Хорошая цифра. 12. 30. А больше нет? 27.
сказали 30? 23. Девушка ближе всех. 32 удара. Посчитай. Раз, два, три, четыре, пять, семь, восемь, два. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, два, два. Значит, это такой музыкальный жанр, который предполагает ровное количество ударов. То же самое здесь. Ладно, начинаем. Отлично. Правая нога. Thank you.
произведение называется «Щетка», «Браш». Раз. Щеточкой смахиваю. А теперь пяткой от себя. Thank you.
замечательно. Спасибо. Учим. Номер танцевальный. В жанре степ-танца, который называется шим-шам, шимми. Учим. Вы талантливые, молодые. Значит, первый удар у нас есть такой. Yeah.
Начинаем вправо. Thank you.
барабанить. Это я умею. А по этому поводу еще осталось четвертое движение. Значит, его делаем таким образом. Показываю сначала на бас. Пали на правую руку и двинулись на левую. Раз, два. И дальше от себя идет. Немножко вот сюда вернулась. Вот сюда, на купе. Нога пассе. Да? Раз, два. От себя сюда. Thank you.
отца. Ну, план соединиться с отца. Его делаем таким образом. Приятель, нам думаешь, что так? Я забыл, что ты летать.
конференция, у нас есть в запасе 4 минуты. Мы с вами выучим вот этот финальный трек. Показываю. Если говорите, говорите громче, все равно я вас всех переслушу. 1, 2, 3, 4. 1, 2 раза. 2, 2 раза. 3, 2 раза. 4, 2 раза. 1. Вы, каждый из вас, был лучше
чем он на самом деле есть. И это самое главное. Вы все замечательны. Верьте в себя. И никогда не теряйте это ощущение своей силы, молодости, красоты. И вы будете победителями всегда и во всем. Спасибо. Здравствуйте. Есть такой танец, вы его видите. Называется он, правда, в разных языках по-разному. Это тэп-дэнс, тап-дэнс, степ, ну а по-русски просто чечетка. Сегодня у студента второго курса эстрадного отделения ГИТИСа руководитель курса Александр Гуревич зачет по этому самому загадочному танцу. Педагог Владимир Кирсанов. Наверное, первый вопрос, он очень простой и очень стандартный, который вам задавали, думаю, миллиард раз. Чечетка и степ. Почему в России чечетка, на Западе степ? Можно я тогда, поскольку такое количество раз спрашивали, сразу говорю, это то же самое, что в лоб, что по лбу. Почему разные названия? Как сложилось? Все дело в том, что родина этого жанра Америка. В Америке этот жанр называется тэп-дэнс. Официальное название тэп-дэнс. Стучащий танец, грохочущий танец и так далее, как хотите. Американцы называют тап. Поскольку родина Америка, поскольку лепту внесли и русские со своими дробями, и испанцы сапатео, и ирландцы жигу, и французы клакет, и немцы штеп-танц. Русская чечетка. Значит, немцы называют штеп-танц, Восточная Европа – степ. Русские чечеткой всегда говорили. Я помню те времена, когда это называли американская чечетка, понизив голос, потому что это было что-то не очень хорошее, буржуазный сорняк идеологический. Сегодня он играет джаз, а завтра абсолютно родину продаст. На уровне джаза, да, это было так. И поэтому для того, чтобы немножко придать некий статус официальности этому жанру, его камуфлировали. Как вы прекрасно помните, братья Гусаковы с мексиканским «Карнавальной ночи». Либо у меня был номер, который назывался «Многостаночник». Я выходил, включал машины, передовик производства ударных коммунистического труда. То есть его камуфлировали. Потом говорили, что, понимаете, вот степ, его танцуют, а чечетку бацают. Вот. Было такое, чтобы дать этому некий статус, и стали от американской чечетки перешли как бы к более официозному степу. На самом деле это одно и то же. В этом жанре есть различия по
по тому, что это может быть, как и в джазе, импровизационный стиль, где тэп-денсер выходит и просто озадачивает себя ритмическими структурами, не обращая внимания на форму, на танцевальность. Это, как правило, афроамериканцы танцуют, они в этом сильные. Либо на ритмическую структуру, на ритмический рисунок привносят сверху танцевальную культуру, прививают. Либо это классический танец, бальный танец, джазовый танец, какой хотите. Наташа, а степ танцевать тяжело? Вы знаете, это очень интересно. А что интересного-то? Ну, стучишь. Нет, просто нужно чувствовать ритм и чувствовать пульс движения, пульс жизни. Если это есть в тебе, тогда степ станет, может быть, даже твоей судьбой. А ваш пульс жизни может стать вашей судьбой? Просто получилось так, что здесь, в ГИТИСе, я вот столкнулась с уроками степа первый раз в жизни. И поняла, в первый же день я сказала девчонкам, девчонки, по-моему, я родилась для этого. Наверняка. Наташа, а вы помните, какое первое упражнение вы сделали в степе? Вот самое первое. Первое? Да. Ну, конечно, да. Ну-ка. Раз, два. Раз, два. Такое движение. А потом уже все остальное. А тяжело? Ну, я же говорю, что нужно чувствовать просто ритм. Ну, и что? Ну, физически все равно тяжело. Ножки не устают? Мне кажется, нет. Не должно быть тяжело. Мы же не весим по 100 килограмм. Нет. Мы легкие. Нужно просто чувствовать легкость движения, оптимизм. И все получится. Вы оптимистка? Конечно. Если бы я не была оптимистка, я бы не поступила в ГИТИС.
несколько слов о роли отвертки в жизни степиста. Роль отвертки? Это роль отвертки, я сейчас вспоминаю. Нет, это второе место. Роль отвертки – это второе место в жизни степиста, потому что набойки, которыми мы сейчас пользуемся, которыми пользуется весь мир, естественно, и русские чечетошники, тэп-денсеры, степ-танцовщики, набойки крепятся шурупами к подметке. И, естественно, в процессе эксплуатации, в процессе того, как ты танцуешь, а чем ты интенсивнее и активнее танцуешь, тем происходит большее вкручивание, разогревание этих набоев. А сколько пар обуви должен иметь степист? Чем больше, тем лучше. Дорогая? Ну, где-то сейчас, на сегодняшний день, там от 2 до 4,5. Это, я говорю, такой стандарт. Как правило, это специальные туфли, которые шьются на заказ. Шьются даже? Да, конечно. Ну, а что? Это специальная балетная обувь. Она шьется на заказ. На нее крепятся набойки. Как я сказал, уже отверткой заворачиваешь эти шурупы. Чтобы сделать немножко повыше, позвонче. Их можно немножко открутить, они становятся более звонкие, либо зажать их немножко потуже, они более сухие. Все зависит от качества пола. А половой вопрос для чечетошника на первом месте. Потому что мы, как правило, любим твердые породы дерева. Это дуб, это бук. Носок, пятка, два, 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 и два, два. Скажите, пожалуйста, за что вы любите степ или чечетку? Ой, сложно сказать, за что любишь. А вы вообще в жизни за что? Любишь просто так, не вопреки. А что вы больше любите, степ или чечетку? Я. А какая разница? А какая разница? Я вообще профессиональная танцовщица. Я заканчивала балетную школу. Вот. И с детства мечтала бить степ. Я танцую... После балетной школы нужно мечтать «Лебеди на озеро» танцевать. Какой степ-то? Нет, вот степ как раз я всегда мечтала. И после балета, особенно пуант. И когда я вот попала в ГИТИС, и мне выпала удача учиться степу, я в полном восторге. Сбылась мечта моя. А балет забыли? Нет, конечно. Кстати, балет помогает в степе. Чем? Ритм, темп, такты, разные танцы. Ну, это то, что вы показываете, это, в общем, нифига не балет. Нет, это не балет, но все-таки крепкие ноги, мышцы, спина, осанка, все. Да. И что, после балетной школы не хотелось в большой театр? Нет. Почему? В театр хотелось всегда. В театр, да. Вот в драматический? Драматический. А степ нафига? А степ? А в жизни всякие бывают случаи. Например? Например, мало ли что будет. Никогда не помешает. Никогда не помешает знать все в жизни. Понадобится еще, пригодится в жизни.
для того, чтобы научить человека плясать степ. Что у него должно быть? Какие качества? Ну, если вы помните «Зимний вечер в Гаграх», там герой Евстигнеева говорит, надо, чтобы был слух, чтобы ноги были не полованные, и чтобы с головой было в порядке. У них у всех есть слух? У всех с головой? Вы знаете, что... значит, тут такая история. Я обычно говорю, чтобы танцевать чечетку и тем более заниматься этим всю жизнь, надо, чтобы у тебя мозги были на бекрень. Потому что... У вас мозги... Да. Да. На бекрень? Ну и на бекрень, да. Я шучу, ну потому что это тут, он, понимаете, он еще ведь, этот жанр трудоемк тем, что... трудоемкий и неудобный, некомфортный тем, что здесь надо не просто танцевать, надо ритмично танцевать. Надо, чтобы музыка у тебя вот здесь в мозжечке все время стучала молоточком. Этот ритм, ты должен создавать музыку туфель. Этот поэтично так еще называют этот жанр. Вот эту музыку, ритмическую музыку туфель. Надо, чтобы человек слышал этот ритм, чтобы он в нем купался, чтобы он его ощущал. Потому что, ну это, знаете, вот ритмические структуры, они очень завораживают, потом они чрезвычайно емкие, энергетичны, там можно делать и порты, и пьяно. И таким образом вообще замечательные все танцовщики, которых я видел и знаю, я вообще причисляю это как к какому-то, это разговор с Богом на самом деле. Это не просто формальный выход, побацал там, отбацал чечетку и не просто станцевал степ, да? Это, в этом есть некая магия, в этом есть какой-то Владимир, шар. А с кем из актеров, с кем вы работали, кто из актеров был наиболее успешен в чечетке? Могу сказать, что все актеры успешны в чечетке, только этот успех определяется степенью, наверное... Евгений Александрович Евстигнеев. Евгений Александрович великий, он замечательный. И я помню, когда, значит, там было несколько, естественно, претендентов на эту роль, и когда мне Карен Георгиевич спросил, кто же, я говорю, конечно, Евгений Александрович. Он говорит, а почему? Ну, помимо того, что он вообще прекрасный барабанщик, был. Он хорошо играл. Да, он хорошо играл на барабан. Он чувствовал, у него ритма чувствовал. Если вы помните, «Мы из джаза», он там берет вилки, как профессиональный барабанщик в руки, и он отстукивает ими сам. Это все он. Это он все очень здорово чувствовал. Нет. Вот, это он очень здорово делал. И у него походка, я сказал, самое главное, почему Карен, наверное, согласился, у него походка старого чечеточника. Вот. Евгений Александрович. Походка старого чечеточника. Вы можете показать? Ну, конечно. Он немножко идет, как будто через препятствие. И стопу расслабленную бросает. Вот так он идет немножко. Вот как будто он чуть-чуть перешагивает, немножко как бы пританцовывает. Так, пританцовывает. Вот Евгений Александрович была такая походка. Причем мне сказали, что, наверное, вот он эту походку специально выработал для фильма «Зимний вечер в Гаграх». Я говорю, ничего подобного. Вспомните «17 мгновений весны», вспомните профессора Плешнера, который ходил уже такой, вы помните, он ходил уже как чечеточник, да, на самом деле. Вот, это просто как его особенность, но он в этом смысле был очень талантливый человек. Эстрадному артисту нужно владеть степом.
Ну, это дополнительная хореография, которая необходима для постановления разных номеров. Также ее можно применять, как и в мюзикле. Саш, а для вас степ – это, ну, один из предметов или то, чем вы занимаетесь с удовольствием? Ну, честно. Ну, я просто очень люблю всю хореографию, включая степ. Мне очень нравится этот танец. А за что вы этот танец любите? Вот в нем есть вот какая-то особенная энергетика. Он отличается от другой хореографии, где нужно более амплитуднее там двигаться. Саша, а здесь скажите, вот степ, вот степ, чечетка, степ. Это говорящий танец. Я, насколько понимаю, ногами, ритмом можно человеку сказать. Да, что-то? Ну, да, можно. Можно? Да. Хорошо. Тогда вы могли бы сейчас коротко рассказать о том, ногами, какая на улице солнечная погода? Видите ваше будущее? Свое будущее в драматическом театре. В драматическом театре? А почему пошли на эстрадный, а не на драматический? Это очень долгая история, потому что я поступала на драматические факультеты в ГИТИС, в МХАТ, и везде поступала. Везде почти слетела то с конкурсов, то с третьих туров, и в результате в ГИТИС. Василиса, вы сказали, что это долгая история, да? Да. Любую долгую историю можно изложить кратко. Да, любой, да. Степ – это танец говорящий. Да, это разговор ритма, музыки. Отлично. Сейчас Василиса вкратце изложит ножками историю своего поступления в театральные вузы. Василиса, да. Последние движения. Был ГИТИС или МХАТ? Нет, ГИТИС, конечно, потому что ГИТИС. Все ГИТИС. Сейчас жизнь бита ГИТИС. Тяжело танцевать, степ? Ой, очень, потому что у меня нет вообще танцевальной подготовки никакой, и поэтому мне вообще очень тяжело. Что легче, танцевать или петь? Ну, и то, и другое сложно, но петь, может быть. Мне легче петь, конечно. А играть? Ну, играть сложно. А скороговорки говорить? Скороговорки говорить тоже сложно, но возможно. Все-таки. Возможно? Да. Говорите. Нет. Да, одну. Одну? Любую. Быстро. От топота копыт пыль по полю летит.
занимаемся мы совсем недавно, с недавнего времени. И, честно говоря, все очень заинтересованы. Это какое-то нововведение, можно так сказать, в нашу жизнь. Придает какие-то новые ощущения. Очень интересно, на самом деле, все, что новое вот в нашем возрасте как раз дается для нас, это очень интересно. Помимо того, что двигать ногами, чему Владимир Иванович вас новому научил? Сама по себе ориентировка в жизни, вот просто вот какая-то реакция, какое-то ощущение баланса вообще своего тела, просто вот нарабатывается какая-то некая ловкость, которая в итоге помогает в жизни. И очень легко себя чувствуешь, в принципе, идя по улице, даже, допустим, даже как-то в припрыжку. А настроение? И настроение. После занятия степ. Ой, настроение замечательное. Все ребята уходят с урока с большой благодарностью преподавателю и просто позитивным настроением. Ну что ж, вот вам и рецепт хорошего настроения, отличной фигуры и замечательной пластической выразительности. Не нужна диета, не нужна аэробика, не нужен психоаналитик. Просто бейте чечетку, танцуйте степ и вместе со студентами второго курса эстрадного отделения ГИТИСа вы поймете, с чего на самом деле начинается театр.